есть такие отели, такие высоченные здания. Вот, гляньте, мы идем, сейчас поужинали, опять улины, и гуляем. Солнышка хоть нет, все равно жарковато, душновато. А вот еще красивый какой-то отель, шикарнейший. Шикарнейший отель. Чё? Какой-то отель Бадхоник. Бадхоник отель какой-то. Ну и шикарнейший. Похож на дворец. Вообще вокруг такие отели здесь. Здесь вот такой фонтанчик. Вот дельфинчики вокруг здесь. А, это тоже какой-то отель. Саую Бутик называется. И вдали виднеется тоже шикарнейший отель. А вот виднеются драконы. Они сделаны из зелени все, из кустов зеленых. Их вот так постригли, и вот так. И такая у них причудливая форма получилась. Солнышка нету, поэтому можно ходить без шляпы и без очков солнцезащитных. Посмотрите, какая красота здесь. Нет. Вдали виднеется бескрайнее море. И там какая-то статуя интересная. Что это за статуя такая? А вот дракончик. Вот он весь сделан из зеленых кустиков. Вот, видите? Да, верхушка, наверное, искусственная, скорее всего. Тут вот цветочки в горшочках. Здесь очень прохладно. Веет такой прохладой, свежестью моря. А здесь с левой стороны лавочки, где продаются сувенирные продукции. Это вот такая набережная. Здесь песню поют, развлекают всех туристов, всех отдыхающих. Там дали бескрайнее море, которому нету конца и края. Вот это вот пляж Дадунхай. Тут вот видите, сколько народу много. Не то, что там у нас. Вдали виднеются горы, дома высотные. И сошулик здесь играется. Все фоткаются.